Привет, народ! Конец февраля. Мы с Димой. Привет. Так, спускаемся на лед. Сейчас идем на оттепель. Сейчас туман такой делается. Сейчас быстренько поставим. Вот. Сейчас идем туда. Жуки, да? Ну давай я покажу. Здесь здоровенные жуки. Куда ты упал? Иди сюда. Ух, жучара. Делаем лунки пошире. Угу. Мешковины. Ух, опускаем. Димчик, да, ну туда и атака там. Ну. Значит, этот лед надо Диму брать. Примерно вот так вот. Сейчас теперь мы накрываем крышкой и засыпаем снегом. Так, ну и сейчас так само вторую сделаем. Если что-то вдруг будет, тогда, может быть, вам, ребятки, расскажу, как это, ну, более детально, как это делать. То, что я увидел, как делают местные. Мы втроем. Дима, брат мой, и отец наш. Решили пройтись, потому что тут такое оно, грунтовка. Очень температура уже на солнце около плюс 10, все очень резко начало плыть. Поэтому сейчас идем к месту немножко пешком. Метров 500, может немножко больше надо пройтись. Так, дошли мы до места, сейчас выходим на реку. Немножко, да, подтаяло, но тут так еще сносно все. Там местами по дороге есть прям участки, где уже голый грунт. Вот оно, плеса. Вчера была погода совершенно другая. Вчера пасмурно было. Сегодня солнышко. Как хорошо на речке, блин, зимой. Подошли мы к первой. Сейчас будем тут разрывать. Поднимаем. О, а ну-ка. Пусть так сейчас стекает вода. Не, пуст один. Вот тебе и результат. Кроме жуков ничего нет. А так она тут хорошо стояла. К сожалению, лынок один в лес, и все, в эту жерлицу жуков куча. И один лынок вот есть такой. Ну, мы его сейчас и, конечно, выпустим. Очень маленький. Ну и куча всяких разных жуков. А ну, сейчас его назад кину. Пусть живет. Давай, поднимай вторую. Сейчас вода стечет. Вьюнчик там есть один. Один есть точно, ну, высыпаем. О, смотри. Работает система. Работает, да, это маленький, мы сейчас их выпустим. Это, наверное, и того тоже, что. А ну да, ближе покажем на камеру его. Хоть один, не, его даже в руки тяжело очень взять. А ну иди сюда. Ты смотри. О. Вот такой вот юнчик. А. Да, очень скользкий. В руках очень тяжело их выдержать даже. Ну, к сожалению. К сожалению, такой у нас результат. Ну и два маленьких вот тут есть тоже юнчика. О. Ну, такой еще, один еще. Один такой еще съестной, в принципе. Ну, а второй, а два маленьких. Очень. Ну что, принято решение одного взять.
Дима пожарит, хочет попробовать, как, какой. А этих двух маленьких мы выпускаем. И все, они растут. Ух ты. Поставили назад этот душнячок тоже. Вот. Ну что, ребят, вы все видели. Нам это удалось, конечно. Один только зачетный и все. В общем, принято решение все-таки приехать где-то через дней, может, 4-5. Потому что сейчас уже оттепели. И они сильно лезть не будут. Вот, ну и тогда проверим, что она будет. Идем к цели. Вторая будет попытка поймать вьюна в обычный сахарный мешок. Так, да, тут вот так, вот немножко воды, естественно, есть. Проваливается лед. 2 марта у нас. Ну, пройти вроде как можно. Если под берегом держит, то значит там должно тем более дальше держать. Ну, да, тут выход уже отличный. Сразу же только от берега отошли немножко и уже выход хороший. Так, ну что, вот она, первая точка. Сейчас посмотрим, тут хоть ничего нас не поворовали. Не, есть наша жерль, наш мешок, он торчит. Ну, сейчас достанем. Посмотрим, что у нас тут есть, что-то или нету. Ну, пока вижу только камень. И все, не. Тут пусто. Мы его все равно уже будем забирать. Первая пустая. Идем ко второй. Так, нет, тут вторая точка. Рядышком она. Ну-ка. Не, пусто. Даже того немає вина, что був. Ну что, народ, а второй раз мы приехали, было совершенно пусто. А на оттепели стоят. Так что вот так вот. Это была первая попытка просто поймать на обычный сахарный мешок вьюна. У меня это, в принципе, получилось. Очень слабенько, конечно. Но, может быть, на следующий год попробуем еще раз. Так что, ребят, всем, кому понравилось, пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.